Всем привет, мои уважаемые друзья, с вами как всегда видеотекарь. Продолжаем играть в DBD-шечку за Хантреску. Хантрески в этом сентябре у нас много. Я один из тех редких манов, который по-настоящему радует, который по-настоящему интересен, у которого минимум минусов лично для меня, как для персонажа. Единственный, по сути, у нее минус, как я уже неоднократно говорил, то, что она крайне медленная. Вот если бы она была точно такая же, как она есть, но только она была чуть-чуть быстрее, это был вообще шоколад, аниман. Просто вот шоколадище. Но имеем, как говорится, что имеем, приходится играть с тем, что есть. Здорово. Я понял с тобой. Снимите ее сразу тогда, я не буду ее трогать. Бывают и такие сурвы. Это довольно-таки не редкость. Я не буду тебя сливать. У меня Хантреска воин, об слабых не морается. Здравствуй, Эйсик. Вот это я, кстати, специально так сделаю. Я имею в виду не туннелить. Это идеальная катка, доказывающая, почему надо туннелить. Ужасно слабые суровы, но за счет завода они, соответственно, выигрывают. Молодец.
Если взял орех, то значит и осколок есть. Надо же. Удивил. А обычно это вместе берут. Типа билд из 2018-го. Опа! Ты-то мне и нужен. Да это ёлки-палки, а это просто жесть. Объективно, ребят, даже не субъективно, а объективно. Вы все прекрасно видели в данной каточке. Сурвы были вообще никакие, абсолютно нулевые. Ну, даже там не на полпроцентника, а абсолютно нулевые. Я не туннелил, и, соответственно, мне все завели. Даже скорее, как бы, специальная так, каточка-демонстрация, почему нужно туннелить. Вот это вот наглость, пиздец вообще. Еще и подставляется. Ты еще присядь. Вообще окончательно добей меня. Вот именно поэтому, ребята, надо туннелить. Вот я вот не ожидал. Вот это вот была проверка. Будет ли вот эта вот первая VIP-девочка снимать, соответственно, Талиту? Она сняла. Они еще написали ГГ. Это что-то вообще за гранью понимания мейнмана. Всем до встречи, всем пока.